Приветствую зрителей моего канала. Продолжаю дораспаковывать посылку из магазина F-магазин. Осталось 3 пакетика. Модель приманки одна и та же Java. Производитель один и тот же Yami. Производитель российский. Название английское. Название приманок английское. Размер дюймовый 1,2 дюйма. Ну, ребята, хорошо, хоть что-то на русском языке сделано в России, протестировано на реках и озерах России. Ароматизатор присутствует, 20 штук в упаковке, приманки ловят. Я купил 5 или 6 пакетиков в этом сезоне до появления ярких, то есть были такие натуральные цвета. Я еще посетовал, что ярких нет, иногда нужны. Но удивился, что ловят все цвета, которые у меня были. Вот теперь взял другие, решил попробовать, будут ловить ли вот такой кислотно-розовый, оранжевый, морковный. И получается тут, наверное, перламутровый. Как обычно, с картинками тяжелые отношения в плане того, что на картинке один цвет приходит немного другой. Ну, в целом, я говорю, удивился, что цвета все рабочие, рыба одобряет такую приманку. Ну, достаточно стандартная форма, да, и не только у этого производителя встречается. Ароматизатор тоже креветка-креветка. Ну, надеюсь, что они действительно сделаны в России, потому что, ну, нигде не написано, что сделано в Китае. Везде написано, что сделано все-таки в России. Ну, на всякий случай, видите, дублируется русский и латиница. И вдруг ребята все-таки выйдут на какой-то международный рынок. Ну, пожалуйста, очень рад за вас. Всегда рад тому, что наши производители действительно являются производителями, а не перепродают купленное где-то в Китае. Поэтому что Yami, что Yaman, молодцы. Будем покупать вашу резину, если есть возможности, если вы предлагаете нам настолько удачное предложение, как мне кажется. То есть да, не такая жадная, как другие фирмы, и положить 20 приманок в упаковку — это отличная идея. То есть если не можете сделать хотя бы, в смысле, не делаете формы приманок какие-то уникальные, то положите побольше, мы оценим, а цена вполне адекватная. Ну и набор цветов очень хороший. Компактные упаковки не сильно занимают место, по-моему, клапан не оторвался ни у одной, так что они достаточно прочные. Ну, единственное, что довольно мрачное оформление, ну, уже привыкли, пусть такая и будет. Ну, может, рыбку раскрасите как-нибудь повеселей. А то уж больно траурно как-то выходит. Эх. Ну да ладно, все нормально у них с резиной, у ребят из Yami, делают разные модели, и не только эту. Можно брать, пользоваться, рабочая вполне. Ну, а эти я куплю, пожалуй, еще. Все, всем пока.